Почему же вы, писцы прошлого, так любили этот сюжет? Не потому ли, что в те годы просто не существовал Азовский комбинат, выпускающий детское питание на любой вкус? И теперь картина кормления все чаще и выглядит так. Открыл баночку и готово. Кушай, малыш, на здоровье. Не хочешь? Да ты послушай, что говорит директор комбината, товарищ Перков. Наше предприятие, одно из современных, выпускает детское питание, которое очень любят дети. Понял? То-то же. А послушай-ка дальше. Его содержимое очень полезно для всех возрастов детей. В первую очередь, конечно, самых маленьких, месячного возраста. Вот молодец. Скушай ложечку за дядей, которые, не пожалев денег, купили для тебя это мощное импортное оборудование. Вот наш комбинат перерабатывает до 50 тысяч плодово-овощного сырья. Поставщиками его являются специализированные совхозы АПК «Азов». И еще ложечку за тех, кто заботливо выращивает для тебя вкусные, полезные овощи и фрукты. Но что это? Неужели и на поля специализированных хозяйств пришла большая химия? На полях нашего колхоза, колхоза имени 20-го партсъезда, мы активно применяем минеральные удобрения и ядохимикаты. В настоящее время мы производим работы авиаобработку пестицидами. Как? Ведь содержащиеся в удобрениях нитраты страшно вредны, особенно для детей. А пестициды, которыми травят вредители, для детей просто яд. Да, тут поневоле засомневаешься. И чтобы успокоить родителей, мы пригласили ознакомиться с состоянием контроля на комбинате специалиста из госстандарта товарища Дадаяна. В этих документах абсолютно нет данных о содержании в сырье нитратов и пестицидов. Тем не менее, сырье с повышенным содержанием ядохимикатов используется для производства детского питания. Не прибавило нам оптимизма и зав. Отделом Ростовской СЭС Людмила Ивановна Предко. В прошлом году нами проведено 28 проверок. И в ряде проб мы обнаружили нитраты, ядохимикаты, пестициды, что вызывает нашу серьезную озабоченность. Но ведь в первую очередь это должно было озаботить начальника контрольной лаборатории комбината товарища Лобанову. Наша задача – обеспечить детей высококачественной продукцией. Смешно. А вот пациентам, о которых говорит заведующий детским токсикологическим центром товарищ Федяев, совсем не до смеха. В последние годы поток токсикологических больных с отравлениями, пестицидами, нитратами и другими ядохимикатами увеличился. Особенно не защищен детский организм перед воздействием этих пестицидов, и особенно нитратов и нитритов, которые вызывают поражение жизненно важных органов у детей. Если бы я знала, что тут сплошная химия, никогда бы не купила этого питания. Умница, малыш. Не ешь эту азовскую бяку. Пусть взрослые дяди и тети с комбината сами едят эту гадость. Или научатся работать как следует. А пока мы предлагаем Минздраву присвоить этому детскому питанию вот такой фирменный знак.